Добрый день, уважаемые зрители канала магазина спутникового оборудования satmarket.com.ua. В этом видео мы расскажем о модели нового эфирного HD-ресивера марки World Vision T62A. World Vision T62A – новинка рынка цифрового эфирного Т2 телевидения середины февраля 2018 года от известной брендированной марки World Vision. Цифровой эфирный Т2 приемник World Vision T62A пополнил суперпопулярную линейку 62-й серии моделей World Vision – World Vision T62M и World Vision T62D, которые стали хитом продаж среди цифровых эфирных Т2 приставок благодаря своей простоте и мультимедийным интернет-свойствам. Как и другие модели 62-й серии, World Vision T62A рассчитан на прием современного цифрового телевидения в стандартах DVB-T T2C с выводом изображения в HD-качестве 1080 пикселей. После перепрошивки появляется поддержка кабельного стандарта DVB-C. Вся линейка Т2 приемников T62A построена на современном, быстром и в то же время недорогом процессоре GX3235S с оперативной памятью 64 МБ и 4 МБ флеш-памяти. Отличием от предыдущих моделей World Vision T62A является его дизайнерское изменение облика. Так, новая модель выполнена в металлическом корпусе. Большим достоинством World Vision T62A является пульт дистанционного управления, который выполнен в другом корпусе и является универсальным, программируемым. Теперь управлять Т2 приемником и телевизором можно одним пультом. Цена World Vision T62A немного выше, чем у остальных моделей 62-й серии, но связано это с более дорогостоящими материалами исполнения и универсальным пультом дистанционного управления. Также стоит отметить, что эта модель вышла в небольшой партии Gold Line Limited Edition специально для тех, кто не любит пластиковые корпуса. Благодаря широким мультимедийным функциям World Vision T62A выходит из ряда Т2 приемников и становится мультимедийным плеером. А поддержка IPTV позволяет расширить прием цифровых каналов до бесконечного количества. Купить World Vision T62A можно не только для приема цифровых эфирных каналов Т2. Ресивер после подключения к сети интернет предложит своим владельцам бесплатные мультимедийные сервисы, видеосервис YouTube, поддержку и воспроизведение IPTV списков каналов формата M3U, почтовый клиент Gmail, видеосервис Megogo, плагин «Погода». IPTV-плеер World Vision T62A может загружать списки каналов тремя способами. Загрузка списки каналов IPTV с USB-накопителя, используя файл M3U. Загрузка списка каналов, используя сервисный файл IPTV сервер XML. Или используя URL-ссылку прямой загрузки M3U файла. Также World Vision T62A можно использовать в качестве мультимедийного плеера. Ресивер имеет два USB-порта, что позволяет подключать одновременно USB Wi-Fi адаптер и USB-накопитель, воспроизводить аудио-видео файлы с USB-накопителя и производить на него запись проигрываемого контента. Поставляется ресивер World Vision T62A в фирменной коробке. Выполнен ресивер в металлическом корпусе привлекательного дизайна. На всех частях ресивера находятся вентиляционные отверстия для охлаждения. На передней панели ресивера World Vision T62A расположен USB-порт, четырехзначный LED-дисплей и кнопки управления ресивером. На задней панели ресивера World Vision T62A находится антенный вход, антенный выход, USB-порт, цифровой аудио-видео выход HDMI, аналоговый аудио-видео выход 3 Hz, вход для подключения внешнего блока питания напряжением 5 В 2 А, а также шнур внутреннего блока питания. В комплект поставки входит удобный эргономичный пульт дистанционного управления, батарейки к пульту, аналоговый кабель 3 Hz на 3 Hz и инструкция.
Подводя итог, World Vision T62A – это недорогое мультимедийное устройство с поддержкой популярных интернет-сервисов и IPTV, что очень актуально в современном мире цифровых технологий при наличии доступа к сети интернет почти в каждом доме. А исполнение World Vision T62A в стильном металлическом корпусе с универсальным пультом дистанционного управления только добавляет внимания со стороны покупателей и располагает к покупке World Vision T62A.